Дима – артист Донецкой вокально-хореографической студии «Апельсин», ученик школы искусств. Играет на синтезаторе, сочиняет песни, музыку, учится самостоятельно делать аранжировки и экспериментирует со звуком. Песня, написанная Димой, стала гимном музыкальной школы. Еще он танцует брейк, берет уроки эстрадного танца и занимается английским языком. Но по условиям конкурса сегодня он исполнит песню на родном украинском языке. «Лунная мелодия». Лунная мелодия, которая звенит в его душе. Знай, мечты оберегают нас и несут в будущее. А лунная мелодия сияет детской улыбкой. Дмитрий Бородин, «Лунная мелодия», Украина. Встречайте! Спасибо. Дмитрий Бородин, Украина.